средневековье, солнце шпарится всей дури, дождик капает в охотку, не природа, а подарок. Смело пей из каждой речки, рассекай себе по свету, когда настанет время, сдохни где-нибудь в канаве. Планом, знай, копай сырую землю, кушай овощи и брюкву, раз в неделю жми на мессу. Натуральное хозяйство, кони ржут у коновязи, свинки хрюкают в навозе, хрясь копытом в пятачину. А если рыцарем ты станешь, это тоже нифигово. Рыцарем мужик серьезный, у него есть меч и латы. Он трусит себе по свету на замызганной лошадке, а когда другого встретит, хрясь ему мечом по шлему. Монахом хорошо бы францисканцем, потому что францисканцы носят рясы с капюшоном. Капюшон крутая штука, под него почти не каплет, а из-под него удобно строить козни всяким гадам. Правда, есть такие люди, что не жалуют монахов, но и это не проблема, хрясь их четками по роже. В средневековье лишь одно там не прекрасно, ни чума и ни холера, ни антисанитария, ни избыток паразитов, ни нехватка интернета, ни крестовые походки, ни церковные разборки. А во всем средневековье нет бумаги туалетной. Остальное, в общем-то, плевать. Right, stop that. Silly.